Всем приветики. Сегодня у меня обновочки. Купил себе такие кроссовочки, две маечки. Вот, так что я сегодня прям модный стал. Кстати, кроссовки взял на два размера больше. Обычно я беру 46 размер, а это 48. И мне в них хорошо, удобно. Поэтому лучше всегда брать более свободную обувь, чем тесную. Это мне прям вообще идеальная. Свободно вообще везде. И по пальцам, и по бокам. То есть и пальцы не упираются, и бока, и пятка вообще. Разве что немножко пятка болталась. Но здесь вот чуть повыше продеваешь шнурки. Вот. Я здесь повыше подвязал, подтянул, и уже не болтается. А раньше здесь я всегда носил такие тесные, надеюсь, что разносятся. И у меня из-за этого пальчик загнулся. Сейчас покажу. Ну вот этот пальчик, он должен стоять ровненько, то есть вот так вот. У меня он лежит, потому что я все время надевал какие-то... Мне все время родители говорили: ой, нормально, красиво сидят, то, что немножко тесно, ничего страшного, разносится. И в итоге у меня вечно палец этот был поджат. И в итоге сейчас он у меня вот такой. То есть вот он лежит. Он не стоит, а лежит, потому что в детстве я вечно, он просто лежит на бок. Он просто лежит, потому что в детстве мне всегда говорили: ничего страшного, разносится, бери. А сейчас, когда я уже сам покупаю, я такое не беру, я беру свободное. И это мне прям вообще полностью свободно. И по бокам, и по пальцам, и по пятке. Пятка даже болталась, но я же говорю, вот на самый последний подвязал, оно было на этой. И оно перестало болтаться, потому что здесь ужалось. Так что всегда берите так, чтобы вам было комфортно и удобно. Пускай лучше свободно будет, чем тесно. Так что у меня обнова в виде таких кроссовочек прикольненьких. С этими джинсиками они вообще круто смотрятся. Такие серенькие кроссовочки. И джинсики синие с потертостями белыми. Плюс я себе еще маечку взял. Вот такая маечка. Blue Core. Синее ядро. И какая-то еще золотая надпись. И такая получается... бело-синяя маечка, вон бело-синяя, с такими прикольными надписями, он так смотрится. С джинсами такими, тоже бело-синими, ну, получается, маечка белая с синими надписями, ну, бело-синяя, джинсы тоже вот они бело-синие, то есть синие с потертостями, плюс кроссовочки серенькие, то есть я вообще модный стал. Серенькая, сине-беленькая, сине-беленькая. О, еще такой модный стал, прям вау. Я такой красавчик стал, прям вау. Я сам от себя кайфую. Наконец-то я приоделся. Это в каком-то хламе ходил, очень рваном, грязном. А сейчас, о, ну, эти джинсики, они новенькие. Мне их брат отдал, он их пару раз поносил. Потом больше не носил. А теперь вырос из них. А мне они подходят. И сейчас они новенькие, я в них новеньких таких. И это новенькое. И это новенькое, вот это прям кайф. Блин, я такой модный стал. Еще такая причесочка классненькая, но я лицо показывать не буду. Такая, волосики длинненькие. Блин, прям кайф. Мне нравится очень. Ну такой, блин, получается парень. Мне прям нравится. Прям вообще классно. Такие еще. Блин, так модно, так классно. Я прям балдею. Так классно, так все сходится. Блин, вообще кайф. Мне очень-очень нравится. Вот мои обновочки. Я еще себе носочки купил тепленькие. Вот. С Wildberries забрал. Это из овечьей шерсти. А то мои старые порвались. А это из собачьей шерсти. Эти потоньше, эти... потолще, то есть можно надеть эти, а наверх вот эти. То есть зимой надеваешь вот эти, а если прям холодно стало, вот эти. Потому что у меня полы холодные. Вот. И я обычно в теплых носках хожу. Просто они уже старые, износились, порвались. Так я купил новые. Это собачки на шерсть. 80% собачьей шерсти.
А это овечья, 100% овечья шерсть. Так я эти купил, когда их, когда они пришли, померил, все нормально, старые выкинул, а эти оставил. Вот. Еще себе штаники купил. Вот эти под низ, как поддевка такая. Вот. А еще где-то были под верх. Вот, а вот эти наверх. То есть вот эти надеваются. Ну, это типа как домашние, как под штаники. Вот. А эти уже верхние, спортивные такие. Купил штаники. И еще сегодня себе такую рубашечку купил классненькую. Такая, блин, вообще тоже. Она тоже такая красивенькая. Такая, блин. Красивая такая вот. Классненькая. С воротничком. Вообще классненькая. Такая, блин. Правда, тут не особо видно в зеркале. Но она красивая. Она тоже классненькая вот такая. Вообще классная. Еще здесь вот эти вот разводы тоже не очень. А так она красивая. Короче, такие у меня покупочки. Я прям доволен. Особенно вот эти белые кроссовочки с этими джинсиками, этой белой маечкой, вообще топово смотрится. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.